За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые запоминающиеся. Первое видео о том, как нельзя ездить. Никогда. На кадрах фруктовый проезд. Водитель черной Лады Приоры обгоняет через сплошную линию, да еще и на пешеходном переходе. Следующее видео прислал Павел Лысов. Мужчина рассказал, что на трассе Сызрань-Волгоград лихач на Hyundai AX35 решил обогнать там, где это делать нельзя. По словам телезрителей, едва зеркалами разошлись. А ведь на этом отрезке дороги аварии случаются часто. Это уже Ленинский район, улица Тархова. Напротив рынка Солнечный. Автохам на Volkswagen Touareg ловко или не очень разворачивается на тротуаре. Пока выполняется маневр на кроссовере, пешеходы снимают все на видео. Для нашей рубрики и патрульных. Сергей Кузнецов просит автоинспекторов наказать, как он сам выразился, деятеля на Lexus. Езда по встречной полосе на Чернышевского в сторону Октябрьской. Тонировка по кругу, повороты с чужого ряда. Несколько нарушений за минуту. Что же, автоинспекторы уже отсматривают этот и другие ролики с нарушениями вместе с теми, что не попали в эфир. Так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратова и области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе.